Здравствуйте, вы смотрите новости на муниципальном телеканале. В студии работает Денис Севков, и мы начинаем. Главная новость дня. В Североказахстанской области с рабочим визитом находится делегация из Омской области Российской Федерации во главе с временно исполняющим обязанности губернатора Виктором Назаровым. В программе официального визита посещение объектов промышленности региона, встреча с предпринимателями. Но сначала рабочее совещание, на котором аким Североказахстанской области Ерик Султанов и временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виктор Назаров обсудили основные направления приграничного сотрудничества. Подобный визит североказахстанцев в Омск, который состоялся в феврале текущего года, уже принес свои результаты. Стороны расширили сферы взаимодействия. В планах продолжить эту работу и найти дополнительные возможности взаимодействия приграничных регионов. Здесь же состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве. Всего стороны заключили 8 соглашений. На вопросы представителей масс-медиа о целях рабочей поездки и ожиданиях от встречи руководители приграничных регионов ответили на специально организованной пресс-конференции. Подробный репортаж о визите делегации из Омской области Российской Федерации в Северный Казахстан вы сможете увидеть в нашем вечернем выпуске новостей. Не пропустите.